Fuck it. Итак, следующий человек, которого я приглашу сюда, мой хороший друг, мой земляк, я из Кремня, и это чувак из Кремня, и его зовут Зак! Здорово, чувак! Мы с ним не виделись уже много времени, и только на батлах получается увидеться. Видите, как битбокс сближает друзей? Пошумим для Зака, пошумим! Поехал. В общаге есть сосед, и его зовут Зака, это было классно! Зак! Зак, а с тобой сосед приехал? Передавай ему привет, он крутой, походу, чувак. Итак,